Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Карина Агеева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ситуация вокруг Украины и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двусторонние переговоры. Сегодня на фоне санкционного давления главная задача экономического блока – обеспечить устойчивую работу предприятий. Пакет мер по стабилизации и повышению устойчивости экономики намерены сформировать в Беларуси. С обновленным основным законом страны новые традиции. В День Конституции в Полоцке в Софийском соборе состоится торжественная церемония «Человек года Витебщины-2022». «Память живет» в Полоцке презентовали обновленную книгу об урочище «Пески». Книга рассказывает о скорбном месте и, к сожалению, до сих пор малоизвестном для жителей Полоцкого региона об урочище «Пески». Перейдем к подробностям. Встреча в российской столице. Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня в Кремле провели двусторонние переговоры. Это вторая встреча лидеров двух стран в этом году. Беседа на важнейшие темы в свете сложившихся условий. На повестке ситуация вокруг Украины и экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления, которое оказывают на Беларусь и Россию. «Выдержим», – заявил журналистам белорусский лидер перед встречей с Владимиром Путиным. Санкции выдержим, как считаете? Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Я человек советский, вы из советского периода хорошо знаете. Мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались. Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось. С точки зрения экономики. И не надо говорить, переживем, не переживем санкции. Слушайте, мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них. У нас все есть для того, чтобы нормально жить и работать. Я сегодня в Москву приехал с нормальным настроением, уверенным в том, что мы лучше сделаем, чем у нас всегда было. После распада Советского Союза и даже в Советском Союзе. Ситуация не та, чтобы нам париться и переживать за какие-то события. Время просто надо. Большое видится на расстоянии. Санкции Запада – время возможности. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе общения с российским лидером. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что экономическое сотрудничество двух стран развивается в позитивном ключе. Отмечается и рост товарооборота. Он увеличился более чем на треть. Санкции со времен Советского Союза, это так называемые какомовские списки, ограничения в области высоких технологий. Все это как было, так и есть. А сейчас делается массированный удар, такой наносится по экономике. Но вот практика последних лет, она показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. И это все работает. И мы, конечно, стали в этом смысле сильнее. И здесь вы правы, это как раз... Так и можно сказать, это время возможности для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета. Для решения санкционного давления белорусский лидер призвал ЕАЭС сплотиться. А внутри страны сегодня главная задача экономического блока – обеспечить устойчивую работу предприятий. Пакет мер по стабилизации и повышению устойчивости экономики намерены сформировать в Беларуси. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время заседания коллегии Минэкономики об итогах работы в 2021 году и задачах на ближайшую перспективу. В 2022 году промышленность, без сомнения, останется ключевым драйвером экономики, и государство будет помогать отраслям адаптироваться к внешнему давлению. В настоящее время правительством разрабатываются проекты нормативных правовых актов, которые обеспечат финансовую поддержку реального сектора экономики, а также снизят административную нагрузку на бизнес и его издержки. Среди основных мер, во-первых, максимальное исключение проверок контролирующими органами и декриминализация экономических правонарушений. Во-вторых, право на рассрочки либо отсрочки налоговых арендных платежей. В-третьих, продление сроков действия разрешительных документов и справок. Специальная операция в Украине – в этом ли истинная причина санкционного давления со стороны коллективного Запада? Политологи усматривают здесь скрытую выгоду. Сегодня на политической карте мира наблюдается явное разделение на Запад и Восток. И нынешние санкции – это прежде всего защитная броня для экономики коллективного Запада. Они готовы вытеснить производителей из тех стран, которые им не угодны, тем самым освободить свою экономику
от вот этих неугодных, политически нелояльных, по их мнению, стран-производителей. В том числе за счет и прежде всего за счет собственных граждан. Мы видим обеспокоенность французского правительства ростом цены на пшеницу. Тут это эффект домино будет, то есть рост цены на пшеницу, это рост цены на мясо, цены на хлебобулочные изделия, на прочую корзину потребления. И мы это можем посмотреть практически везде. То, что коллективный Запад строит вот эти стены, новые берлинские стены, это говорит о слабости их экономики, о том, что их экономика не готова свободно конкурировать, их производители не готовы свободно конкурировать с производителями других стран, России в том числе, Белоруссии и, в принципе, Китая, потому что уже Китаю высказан был ультиматум, если он не присоединится к санкциям, то его производители ожидают такой же санкционный режим, что и в отношении России. 15 марта страна отметит День Конституции Беларуси. Именно в этот день, в 1994 году, приняли первую конституцию нашего суверенного государства. Нынешний год также знаменателен. 15 марта вступает в силу обновленный основной закон страны. Это финальная точка масштабной работы, которая проведена всеми нами, белорусами. Всенародное обсуждение и республиканский референдум. И с обновленной конституцией новые традиции. 15 марта именно в этот важный день для нашей страны состоится торжественная церемония «Человек года Витебщины 2022. Впервые церемония награждения пройдет не в Витебске, а в самом древнем городе Беларуси – Полоцке. Лучших представителей разных профессий и сфер деятельности Витебской области будут чествовать в Софийском соборе. В этом году награды удостоены полсотни человек в 5 номинациях. Среди лауреатов – трое новополочан. Это представитель завода «Полимир», работник строительно-монтажного треста номер 16, а также студент Полоцкого госуниверситета. Звание «Человек года Витебщины» присуждается с 2008 года. За это время премии отмечены свыше 1000 жителей Витебщины. На днях в Совете Республики обсудили подготовку проекта «Поезд памяти», который объединит молодежь Беларуси и России. По задумке ребята проедут по городам двух стран с 22 июня по 3 июля. Там, где будет остановка, участники проекта посетят знаковые места, связанные с Великой Отечественной войной. Пока маршрут разрабатывается, но в нем обязательно будет Полоцк. Здесь в том числе находится урочище Пески. К слову, презентация книги об этом знаковом месте сегодня состоялась в самом древнем городе Беларуси. Обновленную книгу «Урочище Пески. Территория смерти» сегодня презентовали в Полоцком музее белорусского книгопечатания. С момента выхода первого издания прошло почти 10 лет. Все это время его автор, директор Полоцкого музея боевой славы Сергей Копыл, продолжал исследовательскую работу. Изучал архивы Германии, США, Беларуси и России, найденное, и стало частью новой версии книги. Все эти сведения в той или иной степени дополняют друг друга и наиболее полно раскрывают картину тех событий, которые происходили здесь, в Полоцке, в ДУЛАГе 125. В основном это воспоминания жителей города Полоцка, оккупированного города Полоцка. Это очевидцы, прямые или косвенные, и это жертвы тех событий. Что осталось неизменным – тема книги. В ней по-прежнему рассказывается о транзитном или по-другому пересыльном лагере для советских военнопленных, который существовал с 1941 по 1944 год на территории нынешнего Спасского городка в Полоцке. По сведениям историков, в урочище Пески было уничтожено и захоронено свыше 40 тысяч советских граждан, военных и гражданских. В память о жертвах фашизма в июне 2020 года на месте ДУЛАГа 125 открыли мемориальный комплекс. Средства на его возведение собирали буквально по крупицам. Каждый, кто внес свой материальный вклад, поименно перечислен в обновленной версии книги. К слову, Сергей Копыл уже нашел свежие данные, которые могут лечь в основу следующего издания. Не так давно в вестнике Полоцкого государственного университета, есть такой вестник о гуманитарной науке, вышла моя статья. Она дополняет урочище Пески. Там я высказываю несколько предположений о возможных захоронениях, причем массовых захоронений советских людей. Кто это? Военнопленные, гражданское население, возможно, это еврейская часть населения. Это могут показать только поисковые работы.
Это не единственная малоизученная часть истории ДУЛАГа-125. Найденная в архивах Германии аэрофотосъемка окрестностей Полоцка дает предположение о новых массовых местах захоронения как раз напротив мемориального комплекса на другом берегу Полоты. Также в урочище были обнаружены фрагменты обмундирования итальянских солдат. Обо всем об этом автор и рассказал на презентации своей обновленной книги. К слову, Сергей Копыл изучает урочище Пески с начала 2000-х и отмечает, он лишь в начале пути. Анна Обудова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». На следующей неделе, 16 марта, в российском Ханты-Мансийске стартуют Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». На играх планируется проведение соревнований в 6 видах спорта. За звание сильнейших посоревнуются паралимпийцы из России и Беларуси. Эти состязания станут символом того, что спорт объединяет и вдохновляет, а сложные ситуации только стимулируют на создание новых ярких событий. Замечательная новость, очень правильная реакция наших структур союзного государства Беларуси и России. Надо уже нам реагировать по-настоящему, где-то жестко, и мы видим, что с нами, так сказать, решили повоевать. Ну что ж, мы можем только лишь отвечать, и это наш ответ. Мы не можем проигнорировать этих людей, наших паралимпийцев. Это наши герои, которые старались, занимались. И они должны получить радость побед, удовольствие от процесса соревновательного, увидеть друзей, увидеть соратников и, конечно же, порадовать всех нас. И в Беларуси, и в России мы очень за них переживаем и будем с удовольствием смотреть эти игры. Стоит напомнить, что 3 марта Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в играх в Пекине, хотя за день до этого принял решение допустить их в нейтральном статусе. Белорусская делегация, особенно спортсмены, возмущены таким решением. Это прямое нарушение всех олимпийских принципов. Как минимум, это пригласить всех членов команд, всех, кто против. Я считаю, что только таким голосованием можно было понять, насколько ситуация в деревне, среди спортсменов, среди тренеров, обслуживающего персонала, кто был против. На сегодняшний день это показало, что против только политики, а не люди, которые находятся там, работают там и выполняют свою работу. Поэтому я считаю, что только таким образом можно было что-то решить. И как минимум дать голос спортсменам. А за что они тогда борются? Если не будет нас, не будет спорта. А это самое важное. Сейчас есть опасения, что подобные ситуации на международной спортивной арене могут повториться вновь. И самое обидное, от спортсменов здесь ничего не зависит. Лозунг «Спорт вне политики» уже давно забыт. Самое главное, что я повторюсь, что это ящик Пандоры. Мы открыли, и сейчас каждые паралимпийские игры организаторы будут с содроганием ждать. Потому что уже можно все, как показывает практика. Спорт был с элементами политики, но когда сейчас спорта просто нет, а это политика. На этом у меня все новости. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании ВН-ТВ. Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. На полигоне под Борисовом проходят контрольные занятия с курсантами учебного центра. Наводчики орудий, механики-водители, командиры боевых машин сдают профильные зачеты. После экзаменов выпускники отправятся в войска, где пополнят подразделения частей и соединений. На полигоне Лосвида под Витебском прошли практические занятия с десантниками. Голубые береты выполняли нормативы по вождению боевых машин, тактики инженерной и медицинской подготовки. Все мероприятия выполняются согласно плану занятий. В командовании военно-воздушных сил и войск ПВО состоялась встреча военнослужащих с членом Конституционной комиссии, политологом Юрием Воскресенским и кандидатом философских наук Николаем Щекиным. Он рассказал военнослужащим о военно-политической обстановке в стране и мире. Важным вопросом встречи стала практическая реализация положений обновленной Конституции.
В Центральном доме офицеров прошла презентация картины художника Николая Апиока. Олег Новицкий, репортаж из космоса. В мероприятии принял участие сам герой живописного полотна. Произведение – часть триптиха, посвященного белорусам, которые внесли значительный вклад в освоение космоса. Это были новости в форме. Смотрите нас во вторник в эфире телеканала «Звезда». До встречи. Спокойствие, мгновение радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей, знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы едины. Мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.